Всем привет! Меня зовут Алиса, и мы будем сегодня смотреть, что в этом сундучке. Вы уже видите, здесь вот такие стразики. Давайте посмотрим, что там. Он очень легко открывается. Сзади есть вот такая, внизу есть ключик. Вот здесь он находился. Вот такой красивенький. И открываем вы здесь. Направо ведем. Открывается дверь. Это наша куколка. Его зовут Макс. У него карие глаза. Темные коричневые волосы. И у него вот такой фотоаппарат. И он умеет фотографировать. Это коллекционный герой. Его можно взять в магазине Пятерочки или в Магните. Сзади у него подгузники. Он еще маленький, но у него есть уже домик. У него в домике есть очень интересные вещи. Вот такие наклеечки. А сбоку рюкзачок. У него там книжки, очки, доска, где написано Макс, компьютер и рюкзачок сбоку, вот он. Вот это, маленький такой. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем пока-пока!